Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – сила і мужність, які притаманні нашим землякам. І сьогодні у нас в студії представники різних силових направлень. Юрій Діденко, Олександр Пусталяков і Олександр Чхайло. Друзья мои, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы нашли время и заглянули к нам в студию таким сильным и мужественным десантом. Господа, 13 мая в Николаеве будет проходить очень интересное мероприятие, и я бы очень хотела, чтобы наши телезрители об этом узнали из ваших уст. Итак, кто первый? Александр, вы? Давайте я начну. Добрый день, уважаемые зрители. Добрый день, студия. Хотелось бы начать с того, что цели этого мероприятия – это сплочение боевых коллективов, потому что в нем будут принимать участие, так как и различные воинские части, это 73-й морской центр, раньше так назывался, прошу прощения, это сейчас центр специальных операций в Ротачаков, и 36-я бригада морпехов, и 406-я бригада. Национальная полиция, спецподразделение КОРД будет показывать показательные выступления. Также на этом мероприятии будет проходить соревнование южного региона среди казачества. Это, подскажите, пожалуйста, фестиваль. Казацкий грай, также там будет выставка для детей, где они смогут потрогать оружие, посмотреть их наочию, потрогать пушки. То есть цель на самом деле этого мероприятия – это показательный момент, скажем так, готовности нашей армии, готовности нашей громады в лице общественных организаций, казачества, защищать нашу родину, а также показать обороноспособность конкретно Николаевской области. А вы знаете, извините, есть маленький нюанс. Оборона, она, на мой гражданский взгляд, должна быть все-таки в какой-то тайне, чтобы враг не узнал, какими мы обладаем новшествами, и чтобы не раскрывать своих таких секретов. А вы все вот смотрите. Вы знаете, я отвечу здесь немножко так от души. Я думаю, чтобы враг не видел, чем бы не интересовался, душа украинца настоящего – это самый сильный дух, как говорится. Видят они то, что мы делаем, или не видят они – это сугубо ихнее. А наша задача – защищать территорию Украины, показывать нашу силу, как и врагу, так и среди нашей громады, чтобы они чувствовали, что они защищены нами. Вот поэтому, я думаю, это вопрос философский, каждый его будет воспринимать со стороны по-разному. Мы, конечно же, будем показывать то, что мы умеем, другие части, я думаю, показывают, что они умеют. В этом мы преследуем ту цель, как говорится, армия с народом, все прозрачно. Ну, как говорится, если враг за воротами наблюдает за нами, Ты стихами говорите, да. Александр. Вот. Это ихнее дело. Ну, сюда мы их не пустим. Угу. Да. Александр, коль уже вы первый взяли слово, будьте добры, именно ваше подразделение, вы командир группы специального призначения. Да, специального. Будьте добры, именно ваша группа что будет выполнять? Ну, наша группа будет выполнять, если брать по тактике, я думаю, он сможет, Юрий Викторович, больше рассказать. Юрий Викторович, расскажите именно технические моменты. Это будет проход нескольких рубежей, это будет и огонь, и вода, и тактическая стрельба. Юрий Викторович более подробнее сейчас вам расскажет. А где, и еще прежде, чем мы дадим слово Юрию Викторовичу, а где это все будет? В Николаеве мы обозначили это 13 мая. Да, это будет проходить в парке Победы, соляные. Там же будет и выставка размещена, там же будет и турнир проходить, там же будут и казаческие соревнования. Почему именно в Парке Победы? Потому что части рубежей для проведения турнира необходима вода, потому что группы будут и из воды выходить, и на воде работать. Вот, будет гораздо все интересно. Еще раз повторюсь, Парк Победы, соляные, в 9 утра люди уже могут потихоньку приходить, с 10 утра, я думаю, мы уже все начнем. Конкретно это где аллея казацкой славы. Да. То есть 13 мая нас ожидают такие широкомасштабные не учения, но именно зрелищные мероприятия. Да. Это первый раз, я скажу честно, на моей памяти, я не помню, что какая-то область или город в Украине такое проводили, возможно, проводили все фестивали различного характера. Чтобы объединить именно и назвать боевой культурой Украины, я думаю, Николаевская область – это первопроходцы. Ух ты, боевая культура Украины. Да. Ну, Юрий, вам слово про боевую культуру Украины. Да, ну, во-первых, это будут два мероприятия в одном мероприятии. Это боевая культура Украины, это заход,
Но там будет проходить турнир по тактике специальной подготовки. И казачий грай, это будут казаки Николаевские, организации областной, которые будут проводить свои мероприятия казаческие. Вот. Значит, то, что касается турнира, у нас рубежом, там, да, у нас будет два этапа. Первый этап, это будет индивидуальный этап, все будут стрелять, пробегать. Это все будет, кто? И те, которые все смотрят, участники. И те, только участники? То есть группная система и по участникам. Все, кто смотрит, у них тоже будет небольшой турнир, мы предусмотрели это. И думаем, что даже возьмем некоторые комбинезоны, чтобы люди могли, кто пришел в чистом, переодеться и попробовать себя. По стрельбе, по гирям, и тоже получат свой кубок. Тоже да, кубок для громады, где они примут участие в своем турнире, как волеизъявление. В том турнире, в первом этапе, где будет индивидуальная стрельба, это будет в основном стрельба из пистолета. Первый кусок этапа, а второй – это стрельба из автомата. Из разных положений, вживую, так, в общем-то, приближенно к боевым, ну, как бы к боевым действиям. Второй этап – это будет этап групповой. Две группы, каждое подразделение выставляет команду в 6 человек. Две группы делятся на, по 3 человека. Первая группа проходит, у них будет захват машины. То есть возле машины будут стоять мишени. Это этап называется засада. Нет, настоящие машины. Настоящие машины, военный УАЗ, имитация захвата как бы, вражеских, вражеских сил. Да. Поражение мишеней. Эта группа садится в машину, у нее должен быть свой водитель в этой группе. Проезжает, стреляет по ходу движения машины на ходу. Потом останавливается, сходу захватывает блокпост, тоже стоят мишени. И в этой палатке им, тому, кто зашел в палатку, ему дается шестизначный код. Когда он должен это запомнить. Передать устно, он должен передать своим бойцам. Да, да, и передать группе. А вы говорите никаких секретов. А, Александр! Потом они идут, у них там будет такой рубеж, где ну, тоже много стрельбы, где они снаряжают магазины. Потом они проходят через огонь, ну, жаровни с огнем. Вот, и должны будут отстрелять тот код, который им сказали. Помню, каждый стреляет отдельно, он не видит так, как стреляет предыдущий. Поэтому если кто-то ну, забыл, то тогда идут штрафные. После этого группа передает эстафету второй тройке. Та тройка ползет по канату натянутому, заходит в воду по пояс, проходит метров 50 по воде. Потом ложится на кромке воды и песка, ползет еще по воде, по песку. Потом захватывают еще одну палатку, в которой будет манекен в натуральный вес 80 килограмм, который будет заминирован. Его надо будет разминировать. Его надо будет разминировать, протащить его через туннели до другого рубежа. Там будет лежать РПГ, страйкбольный, ну, гранатомет. Один должен выстрелить, будет стоять вместо мишени БРДМ настоящий. Боевая это машина, а, это боевая машина. Пожалуйста, если можно более так понятнее. Возле которой будут мишени, как пехота вроде бы, которую надо отсечь. После этого они подходят ну, к машине, которую они бросили. И там будет лежать актер, у которого будет имитация крови, специальная такая для учения, для обучения. Да, и в момент того, когда ему будут оказывать медицинскую помощь, то представитель части будет стрелять из автомата холостыми патронами, чтобы создать стрессовую ситуацию. Стрессовую для кого? Над головой. Для того, кто делает перевязку. Потому что если он не наложит, правильно, не наложит правильно турникет и будет просачиваться жидкость, ну, значит, бойца не довезут до больницы, он погибнет. Но мы старались все приблизить не сильно это... усложнять, но и в то же время приблизить полностью как бы, к жизненным условиям. Стрельбы будет много, ограничения по выстрелам будут только у пистолета, потому что 18 патронов на 15 мишеней. Автомат можно стрелять там где-то порядка 100 выстрелов будет в магазине. Стрелять будет из пневматического оружия. Вот.
Ну, оно приближено примерно в реальной жизни, как и боевое, но вы сами понимаете, имея понимание о мерах техники безопасности, мы не можем использовать боевое оружие в рубежах, где рядом недалеко стоят люди, смотрят. Ну, конечно, это все, массовое скопление людей. Массовое скопление людей, поэтому в целях меры техники безопасности предусмотрено, что будет использоваться по такому же виду, как реальная сброя, только будет стрелять она пневматическими шариками. Вот. Друзья, у нас есть еще один герой, который еще не молвил слова, но он тоже очень сильный и мужественный человек, Александр Пустоляков. Александр, будьте добры, теперь вы молвите, чтобы телезрители услышали вас. Я представляю, я председатель Николаевской областной организации Общества содействия обороне Украины, представляю всеукраинскую организацию, крупнейшую в Украине по военно-патриотической работе в нашей стране. Мы выступили как одни из инициаторов тоже этой программы, этих мероприятий, тем более, что нам очень близка тема. И тема особенно это то, что будет разыгрываться чемпионат, я так понимаю, на кубок, Олеференко. Я хочу добавить Александра, по поводу Олеференко. Юрий Олеференко, если можно, это именно памяти Юрия Олеференко. Именно турнир, памяти его. Я в свое время имел честь служить с этим человеком. Сегодня посмертно, он капитан первого ранга, он погиб в зоне АТО. Немножко расскажу о нем. Он был заместителем командира части 73-го морского разведцентра. Сегодня это центр специальных операций город Очаков. Когда я служил, он преподавал у нас минно-подрывное дело. Довольно-таки не просто, знаете, герой, который где-то как был, а действительно человек, который жил этим, для которого армия была это как семья, которым пытался всегда передавать свой опыт. Свою жизнь он абсолютно всю связал с воинской службой, потому что срочную службу он прослужил в Афганистане, прошел еще 3 контракта Афганистана. Угу. Но так сложилось, что... Боевой офицер, погиб он на территории Украины, и мы считаем, что все-таки этого человека надо помнить всегда. Поэтому турнир посвящается ему на кубок Юрия Олеференко. И мы планируем, чтобы это был ежегодный турнир. Ежегодный турнир. 406-я бригада наша в лице командира Шубина абсолютно поддерживает данную идею. Я хоть и служу в 406-й, никто не разделяет этих моментов, почему так, а не там других героев. Это было бы неправильно и неэтично. Поэтому в этом вопросе все единомышленно сходятся к тому, что нет разницы частей, нет разницы имен, фамилий, героев. В этот день мы все будем единым целым. Показывать нашу способность, нашу обороноспособность и показывать, что армия действительно с народом. Александр, мы вас прервали, да. Будьте добры. Да. Юра скромничает, наш инструктор. Вот. Будут участвовать еще у нас детский спецназ, проходить маленькую полосу. Да, группа детей. У нас будут участвовать дети, мы им будем вручать маленькие подарки. Задача нашей организации – это больше привлекать молодежи к таким мероприятиям. Военные тренировки – это хорошо, но нам надо сейчас поднимать дух молодежи нашей на защиту нашей страны, потому что не очень любят все и допризывную подготовку в школах, я знаю, не сильно ходят. Допустим, в 22-й школе мои дети ходят, так там все в камуфляжах, это я вижу. Следующее, выступает еще одна организация, к сожалению, здесь его нету, это казацкая громада Щербаков Сергей, который будет представлять казацкий грай. Это единственный казацкий грай, который разработали у нас в Николаеве, чем тоже. И все области сейчас берут с этого пример. Это делаются кола, круги, и дети разные там проводятся турниры. Наша организация будет и дальше поддерживать эти турниры. Что касается и спонсорской помощи, мы всегда и волонтерским занимаемся, и помогаем участникам АТО, и в соцпрограммах участвует наше мероприятие, организация. А в этом мероприятии мы только поддержим, и ура, и спасибо, конечно, 406-й бригаде, что они к нам обратились через нашего инструктора Юрия, конечно. Как говорится, мы не разделяя никаких ларов и ничего, совместно делаем общее дело. И считаем, что это прекрасно. Хотелось бы немножко зайти вперед в дальнейшем. Есть такая идея организовать такой процесс, назвать его, вот мы говорили с Юрием Викторовичем, вот с Александром, 3 дня в армии.
Будем, конечно, вести переговоры со сбройными силами, наверное, либо на базе 406, либо на базе какой-нибудь другой части, неважно, но это было бы очень интересно. 3 дня в армии, это имеется в виду, что вот дети, возраст, дети? Там, да, от 14 до 16 лет провели 3 дня в реальных условиях, там до 30 человек, которых отпустят. Мальчишки или девчонки? Мальчишки, конечно, да. Ну, возможно, может быть, даже как-то и девчонки отдельно сегодня, ну, у нас и девчонки служат, девочки, да, девочки учатся, да. Как бы это технический момент. Но идея заключается в том, чтобы, возможно, даже сделать как реалити-шоу для нашей громады, чтобы они это видели через телевидение. А в реале дети принимали участие, 3 дня пожили реально в военных условиях, в части, ели кашу, так же самое, как солдаты, ну, просыпались кашу, как утром, каша, а вот именно зарядка, да, да, вот все остальное. Общение непосредственно с уже с военнослужащими, которые проходят службу. То есть сегодня нужно действительно развивать и прививать любовь к государству, любовь к тому, к друг другу. Ну и, конечно же, каждый, наверное, мужчина должен думать о том, что ему в жизни, возможно, придется, возможно, конечно, было бы хорошо, чтобы нет, был мир над головой, защищать как свою семью, свой дом, свою улицу, так же самое и свое государство. И в случае, конечно, хочу повториться, не хотелось бы этого в дальнейшем, хотелось бы мира, но в случае чего мы должны построить действительно самую сильную нацию, как говорится, украинскую, из наших ребят, из нашей громады. Ну, что, как говорится, ни один враг не подходил к нашей границе. Друзья мои, вы знаете, ну, это, конечно, очень здорово, что будет у нас такое мероприятие, но, как говорится, все равно врага шапками не закидаешь. То есть, как вы правильно заметили, Александр, нужно начинать воспитание, конечно, даже не, да, с молодежи уже, а, наверное, с детства. С детства, да. И люди все должны понимать, что... кроме осознать, того, понимаете, да, понимать то, что они не просто так вот идут служить в армию, лишь бы отбыть армию, а для чего? Отдать они долг, идут... отдать свой долг. Ну, может быть, долг это неправильно, да, Александр? Ну, может быть, это, да. Но... мужчина каждый должен послужить своей стране. Вот, кстати, родине. Вы говорите, существует такое понятие, что тот мужчина, который не служил в армии, он как мужчина не состоялся, то есть как личность. Но знаете, сегодня массовое уклонение от службы в армии. И на это очень много причин. И людей нельзя обвинять в этом. Вы знаете, да, не хотелось бы поднимать эти темы, массовые отказы и все остальное. Эта тема, я думаю, наболевшая. Она, в принципе, но уже... Но мы все равно уже говорим, да, об армии, Александр. Она, в принципе, уже, я думаю, надоела всем нашим и матерям, и женщинам, и всем абсолютно, в принципе. Хотелось бы мира. Мира. Ну, я скажу так... Хочешь мира над головой? Хочешь мира, да, готовься к войне, готовься, да? К войне, да. И вот эти мероприятия, которые будут проходить 13 мая, теперь хотелось бы немножечко коснуться материальной стороны, потому что всегда подготовка к таким массовым мероприятиям, это, конечно, и большие затраты или нет? Мы давайте не будем говорить о затратах, а скажем о том, что действительно в помощь проведению турниру сыграла большую роль эта сплоченность всех направлений, вот Александра и его организации, и Юрия, 406-я бригада, и в том числе наша местная власть поддержала, пошла на встречу со своей стороны. То есть поддержка властей есть? Конечно, да. Здесь никто не остался с этим вопросом сам на сам, ни перед кем не закрылись двери. Когда начался переговорный процесс, все абсолютно друг друга понимали в правильном ключе. Как вы полагаете, проведение таких мероприятий, когда много очень стрельбы, много шума, много захватывающих видов различных вот этих вот демонстраций силы, они способствуют у мальчишек, девчонок, у юношей любви и уважения к силовым структурам? Можно я отвечу? Юрий Викторович, да, ответьте, так как я работаю с детьми. Конечно, Юрий. Вот, то все ребята, которые ходят, вот постоянно, которые ходят, у них совершенно по-другому они представляют себе и армию, и то, что касается вообще военного всего. Вот, поэтому если ребенку с детства показывают, как это должно быть правильно, и он в этом принимает участие, для начала это у них почти как игра идет. Потом они это понимают, и они очень неплохо работают. Вот они будут делать показательные выступления, вот вы можете посмотреть. Если мы, вот как Александр говорил,
три дня в армии. Дети пойдут, кстати, приглашаем вас как шоу, можно было бы и поснимать. Меня? Эти... В три дня в армии? Группу, которую можно было бы поснимать эти кусочки, как они там живут, как они видят. Тогда они и в армию будут идти по-другому. Старшие ребята, которым сейчас уже там 16-17 лет, они уже планируют, они думают, куда им пойти. Они сейчас выбирают, куда им, какие рода войск, но... Они, конечно, больше склонны к спецподразделениям, потому что мы и работаем в этих направлениях. Вот, но они именно хотят, они уже подыскивают себе какие-то варианты. Вот, поэтому я вот слышал недавно такое, один человек сказал, что когда воспитывают, отец должен прививать ребенку уметь защищаться. Он должен воспитывать не бойца, который должен пойти и где-то сражаться, он должен воспитывать воина. А воин и боец – это разные вещи. То есть это человек, воин который… Воин – это тот, который думает еще. Воин – это тот, который думает, который может пойти в момент, когда это надо, защищать свою родину, защищать своих родных, близких. Но это не значит, что он… Ну вот то, что... Превращается в машину, в некую, да? Да, превращается в некую машину. Он может работать и жить себе как гражданский, но если понадобится, то он будет воином. Он будет воспитываться как мальчик. Потому что у нас почему-то сейчас большинство начинают, ну, сидят в интернете, стреляют в стрелялки, а здесь есть возможность реально почувствовать, реально побегать, поносить тоже оружие. И, ну, те ребята, которые ходят, им это нравится. Сексу. И те, которые сидят в интернете, да, жалко даже детей, потому что реальная жизнь, она намного интереснее, намного красочнее, да, она жестче, но ее не заменишь ничем. Но мы все равно адаптируем детей, ну, как бы не полностью их нагружаем, как по-настоящему, но очень, очень приближенно, поэтому и они чувствуют, что с ними не играются, что те задачи, которые они выполняют, они по-настоящему их выполняют. Вот поэтому мне кажется, что в этом есть перспектива. Юра с детьми делает полевые выходы, поэтому он многое, он как педагог к ним подходит, почему вот это важно, само педагогическое воспитание к детям вот прививать, потому что не все могут привить вот это воспитание в детях военного патриотизма. Можно где-то переборщить, а это все-таки ребенок, с него же можно вылепить все что угодно. И Юра вот к нему подходит, к этим детям, я просто видел его тренировки, посещал секции, которые он проводит. Он с ними мягко, и особенно это безопасность к оружию. То есть дети должны знать все правила безопасности. То есть они не должны его бояться, но они знать должны меры безопасности с ним. Хотелось бы добавить, это правильно так делать, чтобы, как говорится, избежать в будущем неправильного радикализма. Потому что сегодня мы видим эти компьютерные игры, стрелялки. Сегодня мы видим, как бы, если не общаться с молодежью, с мальчишками, сегодня у нас... и зона АТО, и возвращаются и ребята, и военные. То есть вот было абсолютно у них правильное понимание, как в социуме, как вот быть. Поэтому это все сегодня необходимо. Необходимо для наших молодых ребят. Александр, а будьте добры, вот вопрос к вам. Сегодня как-то само понятие как армия, оно немножечко нивелируется в каком плане? Модные группы специального назначения, они выходят на передний план или нет? Армия все-таки остается армией. Армия остается армией. Я считаю, что в армии все выполняют свое направление и свои задачи. Нельзя это разделять. Это все единое целое. Это все в комплексе, да? Это все в комплексе, да. И каждый выполняет свои задачи. Спецподразделения выполняют свои задачи, артиллерия свои задачи, артразведка свои задачи. Это как, знаете, это как, нельзя сказать, может ли человек прожить без одной почки? Может, но с двумя лучше. Ну, лучше с двумя, ну, конечно, да. Просто спецназначения, они же не смогут без тыла, не смогут без связи. Каждая, это как паутина, они друг друга дополняют. Это один организм, который как бы нельзя вычеркнуть. Армия. Это одним словом армия. Друзья мои, и у нас остается буквально одна минутка, и каждому из вас по нескольку слов, как резюме нашего сегодняшней беседы. Юрий, давайте вы. Будьте добры. Я хочу еще раз пригласить прийти всех 13 мая в Парк Победы, чтобы посмотрели, как работают и подразделения, потому что будут там показательные выступления всех подразделений. Посмотрели выставку, посмотрели, как работают дети. Приняли участие в тех соревнованиях, которые будут для общего пользования. Александр, будьте добры. Я бы хотел пригласить больше общественных организаций к этим мероприятиям и поздравить, конечно, наших
слушателей с наступающими праздниками, которые с Днем Победы. Помните всегда этих участников войны. Да. Я хотел бы тоже поздравить с прошедшими праздниками, с наступающими праздниками, 9 мая. Ну и, конечно же, пожелать всей нашей молодежи: любите свою родину, любите свои семьи, любите Украину. Приходите 13 мая, прививайте себе, как говорится, новые взгляды на социум, на любовь к нашей родине. Любите свою страну, вот что я хочу сказать. Спасибо вам, друзья мои, время пролетело незаметно. Господа, сегодня у нас в эфире были сильные, мужественные люди, которые на деле доказывают свою преданность родине. И, конечно, мы поздравляем вас с наступающим Днем Победы, а 13 мая с 9 утра в Парке Победы вас ожидают самые замечательные и незабываемые такие мероприятия, которые нужно посетить вместе с детьми. Це була розмова на тему. На все добре.